Йоу, гайс, с вами Шимики, и мы продолжаем рейдить игру по названию Perfection. А я не помню, на чем мы там остановились, но кажется, точно помню, что мы остановились на чем-то жестком. Поехали. Ой, черт. Я так не хочу это играть. Так, игра загрузилась ведь? Музыка играет. И ничего. Просто темнота. Блять! Трость точно. Бля, сейчас мотылька приведу. Да. Это дело жесткое, я помню. Это место ощущается по-другому. Это тот же дом, но... Нет, это невозможно. Алло? Кэс? Я нужен тебе сейчас. Прошу. Опять 25. Нужен? Нуждаться в ком-то не слабость. Для тебя, может быть, и нет. Нужда — это что-то первобытное. Когда тебе что-то нужно, ты не контролируешь ситуацию. Ты в отчаянии. И сейчас я отчаянно нуждаюсь в том, чтобы ты была в безопасности. И я этого не стыжусь. Какого черта? Прости, малыш, связь прервалась. Поговорим позже. Сообщение отправлено. А, точно, я ж на вот этом вот остановился в стрёмном моменте, да? Музычкой. Так, это присесть, подожди. Изучите окружающую обстановочку. А, банки уже сложены. Печка все равно почему-то тухшая. Мне предлагают сюда идти. Так, а кружку с водой лучше уберу на другую сторону, потому что мы знаем, что может произойти в таких играх. Теперь мы на карнавале. Да что творится в этом чертовом месте-то? Я не знаю, что тут творится. Но что-то херовое. Типа я малым был взять. Ты настоящий рыцарь. Не вздумай потратить последний бросок на еще один. Береги силы для своей поэзии. Теперь дай мне бейсбольный мяч. Я выиграю этот медведя для тебя. Изучить. Я попросил у Сержа автограф, а затем его номер телефона. Он написал его прямо на мяче. А где, блядь? Я должна была добрее к нему. Джим? Джим, проснись и пой, солдат. Твоя птичка Барли, Калза и печь. Мне выйти попробовать. Ладно, я брошу. Перемешка шмой. Мне кажется, все равно, да, довольно громкая игра. Или нет? Это что? Стоп. Я чую. Это завтрак? Да ладно. Стремноватое довольно место. Но то, что мы ни хера не видим, это тоже довольно странно, я вам скажу.
Мне кажется, в печках будет какой-то мини-проходик между локациями. О боже, что это было? Джин. Ты едва прикоснулся к тарелке, любовь моя. Давай же, возьми еще. Твоему организму нужны жизненные силы, чтобы сражаться. Видит ли она его? Теперь, милый, не волнуйся. Ни одни уважающие себя солдат не должен найти дрянные казенные пистолеты. Пластиков от рукоятки? Фе. Я согласен только на рефлекс и ореховое дерево. Ладно, я поняла. В прошлый раз мне надо было просто сказать, что случилось с Фелицией. На этот раз мне нужно... Это просто. Так, думаю, мне лучше колонку включить. Чтобы из-за вибрации хотя бы видел что-то. Бля. Ты в порядке, солдат? А, 6 минут прошло. А я не помню. Подождите, настройки. Игровой дисплей. Ультекс. А, тут же нет. Я не помню, на какую кнопку. Куда мне идти? Я должен найти источник этих звуков. Блять, ребила, я лучше звук так еще немного потише себе сделаю. Я просто без найти это. Классно. Игра сохранена. Так, если что, прятаться есть где. Раз место. А, тут этот. Мне нужно подобраться к этому чердаку. Видимо, мне придется отпустить эту дверь вниз. Да, я пытаюсь аккуратно, у меня теперь получается. Но мне нужно больше. Я не из тех, кто довольствует малым. Ты же знаешь. Идею я покажу тебе. Ага. Короче... КТРЛ это показывает. Куда мне идти? Я могу бегать, но... Этим же мы еще создаем шумы, так ведь? Бля... Секунду. Where am I? Где я? Модепас. Скажите пару. Ох, мне жаль. English. Английский. Английский. Real smooth, Cass. Очень красиво, Кэс. Maybe Delphi can help. Delphi мне поможет. Модепас. Модепас.
Пароль. А, пора поиграть в Шерлока Холмса, Кэс. Окей. Вот это уже плохо. Тут есть сундук, в который можно спрятаться, но он очень громкий. Это, походу, проход на улицу. Как оно освещает, да? А, мне сюда. Ох, чёрта ваш. Моя дорогая Бетти, когда я был ребенком, мне тоже было немного не по себе из-за тучи, но и только. Он всегда был крупным, горелым местом, а никаких голосов со мной не разговаривали, и видения мне не появлялись. Призраков я встречала только здесь, на другом континенте. Но хватит разговоров о смерти. Твой любящий муж, Джин. А, все. Это было. Ох, ну ради всего, стой, где же это? Что? Черт. Конечно. Знаете, если олени начнут смеяться, я пойму это как отсылка. Дом из прошлого. О-о-о. Но он не открывает. Я понимаю, что мне туда, но он не открывает. В пасти медведя нету. Что ты фоткаешь? Соединяюсь с использованием из сообщества. А, здравствуй, Кэсси, рад познакомиться, я Ник. Я только начинаю использовать эти приложения, здорово. В любом случае, рад помочь. Жду, пока появится изображение. Отлично, вижу. Похоже на сейф. О, да, там есть небольшая защелка сбоку, его легко открывать при переворачивании. Я тебя буду в вашем списке контактов, так что звони в любой момент. Хорошо. А теперь у меня вопрос. Как, блядь, он увидел, что здесь что-то есть? Во-первых, потому что здесь темно. Тут света нету. Мы же источник света чувствуем. Ну, тепла, да, типа того. Он как-то это увидел. Ну, было ожидаемо, было ожидаемо, было ожидаемо. Это было ожидаемо. А, типа, с улицы ветерком подувает. Теперь она учится на медицин? На медсестру? Я не знаю, на кого она учится. Ну, это, походу, военный период. Да здесь, скорее всего, прятались, да? Да, мне туда. Можно мне музыку включить? Все. Чтобы мне освещал комнату.
Приложение Fertize. Соединяюсь с пользователем из сообщества. Приветствую. Снова. А друзья попросили посмотреть за кошкой, так что я буду здесь все так, как раз вижу картинку. Фу. Кто-то написал слово снова и снова на этом зеркале. Похоже, что написано глубокой помадой. Странно. По крайней мере, я надеюсь, что это голубая помада. Мне нужно чаще выходить из дома. Дайте мне знать, если я еще что-нибудь могу помочь. Ну нахер. Что ж, папочка, надеюсь, твой старый друг может меня выручить. Ну же, полковник Роджер Дель Рей, я на вас рассчитываю. Дорогая мисс Джин Мартин, я отлично помню вашего отца. И я навека долго перед ним за моего многочисленной жертвы во имя свободы. Он был честным человеком, так что просят меня, но я прямо скажу. Узнать, что я отправил его любимую кошку на службу, он перевернет бы в гробу. Что? Отец бы мой гордился. Что ж, начинаем все сначала. Давай, Бетти, задай им. Это не... Да я знаю, что это невозможно. Но дом предупреждает меня. Он говорит мне, что именно я должна тебя спасти. Он от врага. Стоп, серьезно? То есть... Меня именно сейчас учат на карты садиться, так я понимаю? Эти твари. Какие? Какие твари? Фриц. Мерзавцы. Тебе так... Там должен быть я. Когда я найду эти револьверы, я отправлю тебя туда. И они мне за все заплатят. Фелиция была паранойей насчет ребенка. Дом вызывает у Бетти паранойю? О том, что происходит с Джимми в Европе? Ё-мо, ну давай как-то. Вот так запечатлю. Прыжок во времени в прошлое. Ну какой-то моментик из этих возьму. Точно, женщины... пилоты. Эх, я представляю себя в кабине самолета. Спасибо. Так, женская служба, пилот военный. Служб. К сожалению, мы принимаем только женщин, получивших до начала войны. Почему значит? Нет, ну это просто глупо. Я быстро учусь и... Ох, нет, смысла плакать над разбитым чашкой. Опять в атаку.
Почему здесь сначала говорится, потом показываются субтитры? Просканировать с помощью Дели. Шанталь. Может быть, это и есть пароль? Да, осталось только вернуться так, чтобы не обосраться, да? Вот отсюда, мне кажется, могло быть что-то вылезти. Но то, что хочет вылезть, оно не вылазит. Поэтому нормально. Изи де пасом. Тут спрятаться можно. Мне главное придерживаться там, где я могу спрятаться все-таки. О, хотя здесь тоже можно спрятаться. Да. О, я знал. Да. А чего я боюсь, если он тут за стенкой и он меня не найдет? Как ведь? Это ж мотылек? Ну да, и все. Ту-ту-ту. Готово. Я знал, что просто так места для пряток нету. Но все равно остается место, это сундук. Где сундук, я не помню. Шанталь. Музычка успокаивающая. Ну, а что мне предлагают обратно вернуться? Или пускай играет. Я забыл вертикалку выключить. Или наоборот включить. Я понимаю, мужики на войне, так что я не взлюсь. Не отказывайся от того, что может быть так, прости, что я еще не вышла револьвером, но я тебе передал, даже не сомневайся. Я приеду. Ты только подожди. Ну, это понятно, на что типа переживания. Ладненько. Идем теперь к той, да, двери? А
А мне предлагают вообще, да, не бить, чтобы не вызывать эту херовину сюда. Хотя без проблем. Дева Мария, ехать с зайцем. Так неплохо звучит. Я знаю, отец всегда говорит, что... А грузовые тюрьмы только не досмотрите, и я... Да. Хорошо, я обещаю. Нет, тебе не нужно сюда приезжать. Нет, не нужно сюда приезжать. Просто с тех пор, как я нашла отцовский револьвер, я... Так она нашла револьвер. Какого черта я все еще здесь? Какого черта музыка прекратила играть? Хотя звук идет. Куда? Куда мне спрятаться, если вдруг что? Понимаете, вот как раз да, из-за звуков. Ой, я не хочу на это смотреть. Мне нужен просто вижен. Эта херня здесь ходит. Я просто бью, чтобы уже просто что-то видеть, чтобы куда мне идти. Я понял. Ожидаем. Женская вспомогательная служба, вы моя последняя надежда. Мы всегда рады новым военнослужащим женским вспомогательным войскам. Вы не можете предложить вам... Да неужели? Ладно. Ох, ну как же так? Да чего же глупо и обидно. Я, понимаете, в том, что мы нифига не видим. Я приеду к тебе. Я еду. Я еду к тебе, Джим. Понимаете, дело в том, что я не вижу призраков, ничего не вижу, когда что-то происходит, потому что мне нужно херячить палкой, чтобы это увидеть. А я палкой не хочу бить, потому что я знаю, что эта хрень может сюда прийти. Дорогая Бетти, благодарим вам за предложение. Организировать патруль из местных жителей. Боюсь, ваше место жительства оставит вас в невыгодном положении, и вы там совсем одна. Не сомневаюсь, что такая славная девушка непременно сможет помочь на распродаже выпечки женского клуба. Нет. Меня это не остановит. Возможно, стоит еще раз написать Роджеру. Он может прислушаться к голосу разума. Странные куклы. Ух ты ж ё-моё, чё-то аж страшно становится как-то.
Сейчас я это ложу, и мы с вами заканчиваем. Мне сейчас предлагают положить и посмотреть на ту херь, которая стояла там, да? Увы, нет, мне плевать. Я смотрю на бумагу. Ладно. Я так и знал. Ладненько, ребят, давайте тогда, я думаю, мы с вами на этом вот закончим. В каком-то прошлом, либо что-то типа того. А, это в стенах. Мертвяки. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.